Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинец выиграл бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. В Самаре впервые прошел чемпионат Поволжья по чирлидингу. Чемпионат Поволжья по чирлидингу прошел в Самаре впервые. Впервые и в российской истории этого вида спорта. Выиграть путевку на чемпионат России приехали призеры региональных соревнований. Около 600 участников, 60 команд, 3 возрастные категории. Дети, молодежь и взрослые. Номинации – танцы и акробатика. Основное наше направление – занятие фитнес-аэробика. А сейчас, как бы, наш тренер решила новый вид спорта тоже привлечь. То есть это очень модно, новый вид спорта – чирлидинг. Поэтому мы вот сейчас решили попробовать свои силы. 63-й регион на межрегиональном турнире представляли 10 команд – самарские, тольяттинские и новокуйбышевские. Многие девочки со мной раньше занимались художественной гимнастикой. Некоторые просто подружки захотели заниматься, поэтому пригласили их. Они тоже занимаются теперь с нами. Но это не просто, это могут девочки делать с физической подготовкой, конечно, но это можно все развить, растяжку, гибкость. Нет ничего невозможного. Чтобы дойти до межрегиональных соревнований, спортсмены тренировались 3 раза в неделю по 2 часа. Для первых тренировок уровень физподготовки значения не имеет. Было бы желание, тогда и результат будет, уверены спортсмены. Мы берем в секции всех желающих, а дальше уже, то есть дети должны просто-напросто освоить программу. И, в принципе, если они выполняют элементы, то есть как бы у них там есть необходимая растяжка, они знают там различные акробатические элементы, основные движения, они хорошо встраиваются в программу, они так же, как и все, принимают участие в соревнованиях. Приехали на соревнования и группы поддержки баскетбольных и хоккейных команд, перед которыми девушки выступают в перерывах во время игр. Танцуем на хоккее, у нас идет все оттуда, ну и потом выбираем сильнейших и едем на соревнования. Кроме права на участие в чемпионате страны и золотых медалей первенства Поволжья, призеры получили первый спортивный разряд, а там и до мастера спорта рукой подать. На чемпионате мира по кикбоксингу в Белграде Сербия, мастер спорта международного класса из Тольятти, завоевал бронзовую медаль. Александр Дмитренко выступал в разделах лоу-кик и К1. До этого успеха житель Автограда дважды выигрывал чемпионат России и брал серебро чемпионата Европы. В полуфинале прошедшего мирового первенства уступил будущему чемпиону из Болгарии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.